Добрый день, дамы и господа. Надеюсь, так будет уважительнее к вам, чем ребята, раз вас это так цепляет. В общем, вы поняли, что у меня сегодня ни настроения, ничего. Я кидаюсь на все и вся. Меня все бесит и раздражает. Сейчас уже обед, идем на остановку. Будем ехать к стоматологу. Находится где-то примерно в центре. Я много читала отзывов. В этой клинике там не только стоматология есть, там разная. Разная профильность, скажем так. Сначала, честно, очень много думала о том, чтобы пойти. Вон он, троллейбус. Собак. Думала пойти в обычную больницу. То есть не частную. Потом поняла, что, ну, как бы, я думаю, у меня такое мнение сложилось, что там более старая техника, да, на которой работают врачи. Но опять же, это мое мнение, я не знаю, я туда не ходила. Ну и плюс к тому, я не знаю, принимают ли в выходные дни. Вот. А я считаю, что когда ты уже решился что-то сделать, надо уже делать и не откладывать, да и в будни потом просто не будет уже времени что-либо делать. Боже, бежит маленький Филя. По чуть-чуть бы тормознул сейчас. Чуть не сбыл. Я лучше настала. В общем, как-то так. Вообще тесно. Не а-ля улю. Я, наверное, пока оттуда не выйду, я буду вот в таком вот состоянии. Ну, посмотрим, будем идти в больницу, вам покажу, где она находится. Нужно будет по карте идти. Прикольно, это типа проектора, наверное. Идем, в общем, сейчас будем искать по карте, по навигации. Мы решили именно здесь обойти. Одно из моих любимых мест — это книжный рынок. Сразу возле театра Шевченко находится. Честно, сегодня есть какие-то спектакли? Или нет? Я не интересовалась пока. Пока работает, как я понимаю, только вот этот вот. А, нет, по-моему, еще Горького. Нет, уже на Горького тоже работает театр. Но оперный театр еще не работает. Не, я имею в виду вот этот, который в парке. Возле парка. Ну, может, там просто на сентябрь афиш, а не на сейчас. Нет, 18 число. А, ну, вот два театра работают. По-моему, даже эти, которые выезжают. Значит, работает вот этот, филармония. И тот оперный театр пока не работает. Он, по-моему, с 17 числа, с премьеры «Мадам Баттерфляй». Я на этом, господи, подписана в Facebook на группу, там уже выложили всю афишу. Хочу вам показать этот. Нас выпустили недавно новые деньги. Мелочь, кстати, по 10 гривен еще не выпустили, но выпустили такую вот купюру в 1000 гривен. Вот, такая новенькая, красивенькая, симпатичная. Вот. Вообще очень много меняется, хочу вам сказать, в плане Нацбанка. За этими новостями всеми нужно следить, чтобы быть в курсе. Я в основном за политикой не слежу. Хоть бы остановился. Слушай, летит и все. А если бы мы медленно, как черепахи, шли? Нам туда. А, наверное, филармония еще не работает, афиш нет. Это чего странно, я думала, что уже все. Они работают сейчас на крыше Миноры. Тоже очень интересно. В общем, будем искать. Сейчас вам покажу, когда идем до больницы. Я уже говорю, мама, давай ты пойдешь, а не я. Я не могу. Я вроде бы настроилась, вроде бы приятный стоматолог, девочка. Зовут Юля. Мне на Юле однозначно везет, значит, все будет хорошо. Курс доллара сейчас 27.35. А до евро как это поднялся. 32.15. Рубль 0.372. ПЛЗ, это злоты, по-моему, 7.20. Вот такой у нас курс. Так, главное не в лужу, главное пройти. Счастливый дурак поехал. Ой-ой-ой, а тут больше времени, смотри. Я же даже не успела показать ребятам. Смотрите, какой дом красивый. Мы спускаемся. Вот, вот.
красивые. Тут спускаемся от книжного рынка, от театра и вверх. Это клиника доктора... О, боже, блин, вечно его фамилию забываю. Но уже как подойду, тогда уже скажу. Все, и мы и так идем по карте. Как хорошо, что есть такая возможность. А вот этот наш канал. Да, 34-й. Я прокрашу. Тут сидят те люди, которые отвечают за наш Днепропетровский 34-й телеканал. Здание такое очень даже неприметное. Сразу не поймешь. Это тоже считается как бы центром, но уже ближе к внутренности. Это турагентство Apple Tour. Хотя уже запретили вот эти вот размещать такие вывески. Типа они портят вид дому, домам. Да. Ну, тут сборная солянка. Но самая большая вывеска — это 34-й телеканал. Там когда-то журналисты набирались, я помню. Тайм-шоу какой-то магазин. От часов, наверное. Пресса. Вот и вот. Те машины, которые вот с всей техникой выезжают. Воскресенская, 14. Вот тут тоже дома симпатичные такие. Надо иногда выбираться вам тоже. Если опять же вам такое интересно, напишите. Показывать подобные улицы, дома. Конечно же, перед этим прочитав какую-то информацию о них. Это ЖЭК, да, какой-то? Ну, по идее. А вот вообще стартали новый, да, вот почти дом. И такой старый контраст. Там какая-то кафешка. Ну, в общем, интересно. Адвокатская дура. И еда какая-то. Так просто интересно прям сделано, как цоколь, лампа. Это прям какое-то крутое. Английская фирма Тимур. Ага. Оно прям какое-то крутое. Сделано так интересно. Я уже 1000 раз это слово сказала. Надо придумывать синоним. Color Studio это на какой-то салон красоты, да. Немножко не в ту сторону пошли. Вот ребята зашли. Идем уже. Вот это, наверное, клиника там какого-то известного врача. Он тоже тут принимает. Лекаря. Он написано Куликова. Куликова, да. Больница Куликова. Помнишь, на К? А так удобно, да? Вот маленькая такая, уютная. Ты чё кашляешь? Да. Ой, розочка очень красивая такая. Высокие такие прям. Чё, она мне на руке, я её суп. Ну, я не знаю, что ты скажешь, что мои цветы стоят. Хочешь цветочка? Все, ребята, моя мука закончилась. Ну, по крайней мере, частично. Мне сделали специально под цвет. Она там как-то лампа и такая. Какую-то штуку, короче, как ткань, ну, не ткань, а какая-то фигня. Вставляется в два зуба, чтобы когда она накладывала, чтобы не было мокро. Чтобы влаги не было. Вот. Ну как-то так. Вот эти еще надо будет лечить. То все подряд нужно будет лечить, но уже постепенно. Поэтому спасибо, кто. Ну она такая разговорчивая. Вот мне нравится такое видео. Ну, она смотри, как целая, или она видит, что они уже раскрыжаются. Ну видишь, промежность. Она не должна так быть. Вот зубы вот должны быть как вот эти вот два. А вот тут как промежность, уже из-за кариеса. У них промежность. Но такое не, как бы не должно быть. Она даст мне контакты еще хирурга. У меня вот тут корешки. Тоже их нужно вырывать. Ну, буду постепенно делать, как бы. На все сразу у меня нет. А, ну дай я дальше отойду. Иди сюда. Сейчас я вам этот рисунок покажу. В общем, и она мне еще сейчас скажу, что сказала. Вот этот рисунок вам. Оф. Оф. Не, надо сейчас перевернуть. Смотрите, какой красивенный рисунок. Очень красивый, действительно. В общем, она мне сказала, что нужно вырвать корешки, она мне даст контакты вот этого то ли хирурга, то ли как. Он профессор. Вот. Но она сказала, что он дорого не берет.
Она все сказала, что то имплантация недорого, то недорого, все недорого. А хирургия тут или где-то? Где-то на правом берегу, но я не поняла, где. На твоей стороне? На правом берегу. Еда мне сейчас нельзя. А я хочу есть. В общем, короче, и она даст контакты хорошего эндокринолога. Она сказала, что вот то состояние зубов не может быть спровоцировано, например, тем, что я редко хожу к зубному. То есть это, скорее всего, какие-то внутренние проблемы. Я не удивляюсь. У тебя тоже может быть? Вот. А это что такое? Тоже еда. Я шикаю. Тут удобно, тут может где-то офис, он тут есть. В общем, находится клиника доктора, вы вначале там слышали, кого я не запомнила. Она работает каждый день. Поэтому очень хороший. Кому нужно, могу оставить контакты, я в Инстаграме нашла. Ого, Миска, центральная библиотека. Сейчас мы пойдем. Мама очень любит суши, мы сегодня решили взять суши. Я, может быть, тоже попробую. Не факт, конечно, но попробую. Боже, я так не могу. Она мне отпиливала, что там лишнее. Ну, конечно, как типа непривычно. А я говорю, а я ж не помню, у меня же здесь, ну, как бы щель была такое долгое время. Я не понимаю, как мне непривычно. То есть, ну, блин, мне и так непривычно. И с отпиленным, и без отпиливанного. Не, ну хорошо, где вроде нормально. Боже, я извиняюсь, это не выделяется, как ты говорила, будет выделяться. Мама, чтобы... Ну, она сказала, что лет 10 будет. Да? Ну, как бы я боюсь, что она, блин, зуб об зуб, чтобы она мне... Ну, вроде меньше нормально. Меньше орешки надо есть. А я орешки не ем. Сухарики. Я не ем сухарики. Что такое твердое? Огурцы. А так огурцы это не твердое. Можно, знаете, вот этот, натирать, короче. В общем, приятно, все гуд. Да, она приятная такая, вообще, она беременная. Вот. Ваш работает. Ну да. Поэтому надо еще успеть к ней. Мне бы не очень понравилось. Я люблю, знаете, таких людей на испантамы. Они вот сядьте и сидите. А вот она спрашивает, общается. Мне правда занемело, мне как делали анестезию, не знаю, у кого-то такое было или нет. У меня занемело два пальца. Вот этих мизинец и вот этот палец. И я прям. Так прям очень надолго. Я же так шкрябаю, и я чувствую, что я не чувствую ничего. Ну, то есть, блин, ну... Такое. Вот такая, у меня так... Вот тут вообще ничего не чувствую. Вообще. Хорошая, хоть колом бы. Хорошая анестезия. Да, хорошая, кстати, анестезия. У меня на сегодня все. Мне же полегче стало. Ну, вот, полегче станет, когда отпустит полностью губу. Потому что я как этот невротик. Ты ее, получается, телефон у тебя? Да, у меня ее телефон. Ребята, едем в троллейбусе. Радость зубов постепенно угасает, потому что они начинают болеть. Вот это будет обезболивающе. Не меси вот это, который порошок, да? Ты думаешь, вот этот не поможет таблетка? Ну, тебе ж помогло не меси, когда ты сильно зубы. Короче, болят зубы. Передние. Ну, над которыми были произведены изменения, скажем так. Поэтому даже есть не хочется. Пить лекарства и потом уже тогда думать про все остальное. Уже как хорошо, что есть троллейбус, что у нас он есть, не знаю, как у вас, вроде у нас с кондиционером. Это просто кайф.